выписи, мы пошли в пиццерию. Понятно. Мы пошли пожрать в пиццерию и решили вам об этом всем сказать. Да, у нас есть ключи от замка. Мы закроем дверь, чтобы он не подошел к нам дом. Да. Мы закроем обязательно, только не забудем замок. Только замок не забудем. Садись, штаны будем одевать. Садись. Ну, только замок не потерять. Ну, только замок не потерять. Понял? Вставай. Понял. Я все поняла, все поняла. Хотела столик заказать, позвонила. Позвонила, а ему, говорит, так что-то не заказываем. Я говорю, ну что, через полчаса подъедем, чтобы нам не ждать, говорю. Только по факту. Как по факту? Знаешь, когда припрёшься, что ли? Это что, значит, пока... Это значит, когда припрёшься туда? Садись. Будем одеваться. Так, шапка его на где? Пойдем хоть в люди выйдем. А то все с человеками, да с человеками. Иди сюда. Хоть в люди сходим. Вот. Я еще не проплачивала ничего. Мы сейчас сначала... Я как должна одевать тебя? Оставайся дома. Я тебе сказала, я с такими разговорами, я вообще никуда тебя не беру. Вот это зачем ему? Он с собой это взять в пиццерию хотел. Чеснок выдавливать там. Да? Да. Я буду чеснок. О, чудо. Давай. Максим чеснок. А зачем ты это, об этом всем сказал? Давай. Мог бы ты бы и умолчать об этом. Бзнул тихонько и ладно. Я вижу, что Максут наделал. Вижу, не слепая. Иди, боты тащи. Мамка пока придухнарится. Вот так вот. Хоп. Новыми духами. Рилик не обидит для девочки. Знаете, как ты классный. Офигенный. Надо вот тут в затылке брызгать обязательно. Ха-ха-ха, что смешно? У нас тут бардак, конечно. Да. Ну, у нас как обычно, знаете, бардак. Да, все, я готова. Готова сейчас я? Сейчас мы оденемся. И выйдем. А где моя пудра? А пудра-то куда делась? Выйди, Зарина, выйди. Вот так вот. Харю немножко поправим. Ну, в смысле, того-то, чтобы это... Хватит! Пернул, пернул. Ну и что? Все пердят. Только об этом не говорят, а ты говоришь. Правильно? Правильно. Красота. Да, красота. Мама, у тебя самая красивая, да ведь? Да, ты наша принцесса королева. Ты наша принцесса. Продолжение следует. Мы пиццерии приехали. Мы дома были, приехали в пиццерию. Мы забыли замок. Мам, ты забыли замок. Мы забыли закрыть дверь, чтобы... Зачем ты всем рассказываешь, что мы забыли двери закрыть? Наши нет дома. Спасибо большое. Я вас не снимаю, не переживайте. Спасибо большое. Приятного аппетита. Вкусно. Кушайте на здоровье. Тут красивая. Да?
Как изумрудинка какая-то, да? Мам. Да, зай. Приехали. Я посмотрю, хорошо. Ой, чудо ты у меня. Да, чудо. Я говорю, можно я попробую? Она говорит, только шоколадка не ешь, она моя. Ну, оно такое воздушное. Можно я бусинки съем вот эти? Две штучки. И черную. Ну, что так вкусненько. Вот эту вот штуку мы в тот раз не поняла, я что это такое, это хлеб какой-то. Это, знаете, эти начиняют мои любимые. Трюфелька. Такая воздушная, внутри это. Мам, смотри. Вот эти шарики здесь они. Вот они. Очень вкусно. Я сразу еще попросила. Я сразу стараюсь, чтобы потом не ждать, не бегать. Если хватит. Вдруг не хватит. Придется без нам просить тогда. Нет, у меня не хватит, зараза. Ну-ка, сядь, пирожное доедать. Иди садись. Ты посмотри, какое оно наглое. Можно будет этот лучше? У меня налички нет. Ну, вот, да, без налога. Знала на баре, ну. Ой, вы уже нам принесли. Это же хорошо, что сегодня быстро все. Вы сегодня быстро прям вообще так, вот, такие молодцы. Пожалуйста. Спасибо большое. Ага. Спасибо. А палочки не принесли? А, вон палочки. Максим, с тобой поделиться роллами? Да. Да, сказал. Я подальше отодвину, ладно? Надеюсь, он вас тут не прокинет. Будешь сам открывать палочки? Да. Зая, иди ко мне сюда, садись. Мы вместе будем кушать. Вот так. Приятного аппетита, кто кушает. Держи палочки, открывай. Как-то вот видите, неудобно. Вот так нормально, да? Харя помещается, и ладно. Давай сюда будем вести хорошо. Максут, ты не дома. Не забывай, ладно? Офигенные. Рыбы много вот здесь вот. Очень много. Бери, Максут. И макай, ладно, к себе вот здесь вот. Угу. Я не могу. Давай тебе помогу. Да. Давай мы по-другому с тобой. Оп. Макай. Давай ротик, ротик, скорее всего, к маме. Двигай ротик. Ну, держи, откусывать. Ручку подержи, чтобы не упала. Я больше не съем. Ну, вот я, говорит, больше не съем. Зачем покупали? У нас еще шашлычок. Да, шашлычок. Будешь заворачивать домой и нести?
Я стараюсь ее попробовать, может, я привыкну все тут с ней. Но... Нет, наверное. Это не мое. Блин, рыбки реально много. Вот двигать такая сильнее. Она развалилась, Максудушка, я тебе другую дам, ладно? И это развалилось. Столкай ее вроде. А? Сейчас мы тут напакостим. Давай ее вроде. Давай половинку. Она вся развалилась. Ладно, он самую вкусную начинку взял. Красавчик. К тарелке прилипает, надо чем-то тарелку смазывать. Чтоб роллы не прилипали, рис. Вот эти повкуснее. Намного. Давай пирожное лопай. Сейчас суп оставляю. Я домой не пью суп. Прямо это хрустит. Большой. Так себе. Мальчик новенький, кстати. Он нас узнал. Это прошлый раз. Мы незабываемые. Сабрину зову свою, она не идет. Она сидит в компьютере. Вы, говорит, мне домой принесите. Понятно? Что закашляла? Мам, смотри. Аккуратно, зубки не порти. Мам, дай. Сейчас все успеем, по делам еще сходим. У них здесь пиво случайно есть, нет? Нет, не мне. Со своим сюда потом приду, чтобы он пивко мог попить. Спросить надо. Он просто прошел туда вон, с большим таким бокалом. Надо узнать. Следующая пиццерия будет без детей. Ирина одна сходит. А может и с ними. Хочу с твоим мужем сюда пойти. С кем ты хочешь сюда пойти? С твоим мужем. Назови папой. Она его уже новым папой называет. Ну и папа говорит. Очень вкусно. Зараза. Я привыкаю потихоньку к нему.
Ешь пироженку-то, ешь. Не хочу. Я офигею над вами. Иринка тут поправлялась просто немножко. Я же расческу с собой не взяла. Мы сидим, ожидаем. Шашлык до сих пор. Пока эта помада растекается. Немножко. Спасибо. Я хотела узнать про эту комнату. Ее как заказывают? Ну, если просто как бы, ну, можно заказать, а можно как просто прийти, если не свободно, пожалуйста, ради бога. А если заказывают, ну, за нее платить надо или как, она обычное, ну, место? Ну, там авансом, да, то есть там все равно еще это. Ага, ну все, спасибо большое. А что, вы хотели арендовать? Нет, не на... надо, ну, потом. Спасибо. Давай, кушайте, на здоровье, приятно. А, вот здесь уже я еще хотела включить. Ага, палочки не надо. Я вообще забыла, что я камеру включила. Я хотела наедине с мальчиком поговорить. Просто комната есть? Вот это обалденный. Все едят. Я оставила еще одну вот эту макать. Это может праздничная какая-нибудь или еще какая-нибудь со шторочками. Вот. Закажу потом ее. Романтичная будет. Руками жрать. И не то здесь вот так вот никогда не посмотрит. Ешь как хочешь. Это знаете, в интернете только в комментариях такое видишь. В жизни такое не случается. Это реально. В жизни никто не умничает. Приятного аппетита, девочки. Мясо мы кушаем. Ты что сидишь? Ну-ка. Сидит, лук трескает. Мяско бери. На вилочку ему сделала. Хорошая свинья, видать, была. Вот это вкусно. Вот это, как она, вкусная, томатная, мне салфетки-то не попросили, с другого столика посмотреть, если, а тоже я ручками ем. Обалдеть. Нормально. Я все равно его проживала.
Ну, тут ты пока все не съешь, домой не пойдешь. А я ждать тебя долго не буду. Я сейчас уйду. Ну ты просто села. Макай. Салфетки посмотрю. Учок еще съем. Все. Я наелась. Можно сказать даже, что объелась. Очень вкусно.